Ранетки снимали новый клип прямо на концерте. Все к этому готовы? В Москве в очередной раз зажгли кумиры девчонок и мальчишек. Живой звук, отсутствие фанеры и сумасшедший драйв. Подробности прямо сейчас. Мы находимся в самом центре событий. На сцене зажигают ранетки. В зале творится просто ранеткомания. Поехали! Я к тебе иду. Это не просто отчетный концерт ранеток. Истинную миссию собрания девчонки объявили фанатам со сцены. Мы отмечаем практически выход нашего 4-го альбома вместе с вами теперь уже. И сейчас мы будем петь совсем-совсем новые песни. Все к этому готовы? Да! А слова уже успели выучить? Кстати, была у этого шоу еще одна особенность. Любой, кто пришел на концерт, мог сняться в новом клипе ранеток. Особого образования это не требовало. Все, что было нужно, отжигать под песни группы. Большинство с миссией справились.